Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях человек, который, в общем-то, на Союзе даже скорее не гость, а свой. Ведь известно, что наш телеканал давно уже стал кузницей кадров. И есть несколько, по крайней мере, священнослужителей, которые когда-то работали на телеканале «Союз», будучи еще не в сане. И один из них у нас в студии, иеромонах Тихон Щербаков, настоятель Троицкого храма села Никольск Нефтекамского района, Нефтекамской епархии, простите, да. Отец Тихон когда-то работал на телеканале «Союз», а вот кем он, давайте сам расскажет. Ну, здравствуйте. Светлана. Батюшка, благословите. Да, Бог благословит всех нас. Ну, начинал работать здесь, как вы помните, в архивном отделе. Постепенно, по своему любопытству, стал осваивать другие профессии интересные. Это видеооператор, режиссер прямого эфира богослужения и какого-то времени новостей, часового выпуска. Музыкальным редактором был и автором небольших межпрограммников. Ну, вроде вот все вспомнил, самое главное. Так вот проходила моя жизнь здесь, в которой иногда скучаешь по тому коллективу, по тем отношениям и дружбе, когда мы трудились все вместе здесь на благо и развитие канала, на благо церкви в первую очередь. Отец Тихон, вот сейчас Нефтекамская епархия. И очень непростое послушание, такой очень нелегкий крест, в то же время и благодатный, восстановить храм Божий. Храм Божий, который мы видим, дорогие друзья, вот здесь на плазме, вот в таком состоянии он сейчас находится, Свято-Троицкий храм села Никольск. Конечно, дело осложняется двумя факторами, я так понимаю. Во-первых, это сельский храм. А сколько населения там в селе Никольск? Ну, в этом селе в самом порядка 300 человек населения, но есть близлежащие села. Там уже по 100 человек населения, но тоже без храмов. То есть это храм общий для этих нескольких сел? Для 5 или 7 даже этих населенных пунктов. А, ну тогда все не так плохо, как я думала. А во-вторых, это памятник архитектуры, правильно понимаю, это батюшка? Да. Что накладывает на вас дополнительные какие-то обязательства еще и перед государством? Абсолютно точно, потому что до сих пор сейчас у меня идет еще оформление документов на этот храм. Храм находился, то есть бесхозный был. Никому не принадлежал, ни местной администрации, никому другому. И сейчас возникают сложности, чтобы его оформить в собственность церкви и в собственность прихода нашего. Вот, потому сейчас там свои нюансы есть, год нужно ждать, пока там он зарегистрирован в БТИ, потом передача его идет. Дальше сложности будут уже с восстановлением, потому что каждое телодвижение, каждая работа по храму, это нужно Министерство культуры давать отчет, то есть планы работ, что нужно, что будет делать, как это будет выглядеть. Нужно, естественно, создать вообще макет храма всего. Проект. Да, ну, понятно, проект, да. Это все вещи дорогостоящие, очень затратные, да. И по денежным средствам, и по времени, и по силам, и по нервам, и по всему. То есть сначала ты ищешь все вышеназванное на то, чтобы пройти все согласования, а потом на то, чтобы это осуществить. Да, это ясно. Батюшка, а что вообще ощущает молодой священник, которому владыка благословляет? Вот стать восстановителем большого собора. Ну, здесь, правда, не совсем видны масштабы, но они не маленькие совершенно такие. Да. Стал священником я в декабре месяце. Какого года? Иеромонахом. 2012-го. Прошлого года? Да. Значит, я служил, до сих пор служу при кафедральном соборе города Нефтекамска. Ну, как бы, думал, что ну, все будет хорошо, служу там, слава Богу, там. Занимаюсь воскресной школой, директор воскресной школы. Работаю с детьми, все спокойно. Уже как-то привычно. И тут в апреле месяце владыка вызывает к себе на прием и вот говорит, что вот отец Тихон, вы молодой, энергичный. Вас я вижу человек, который способен это сделать. Нужно как бы заняться приходом в 25 километрах от Нефтекамска в селе Никольск. Вы назначаете настоятелем. Я посмотрел храм по фотографии. В этот день ушел, как бы такой грустный, думаю, ну... И ужаснулся. Конечно, как я без опыта, что у меня, нет ни строительного образования, я вообще по образованию
электромонтер и духовная семинария, все. Ну, как я буду это делать там? Пройду небольшое такое маловерие. Ну, поехал в храм познакомиться, во-первых, со старостой Геннадием Васильевичем, который там занимался до этого, ну, ратовал, родил о восстановлении храма. Приехал туда, он мне открыл храм, я зашел внутрь. Вы знаете, все состояние переменилось. Все стало абсолютно по-другому. То есть у меня не было ни отчаяния, не было какой-то горести. У меня почему-то сразу появилось чувство, что все получится. Что церковная жизнь наладится в этих селах, и в том числе в этом селе Никольске. Что не сразу, но храм, он будет восстановлен. Отчаяние ушло сразу. Особенно, когда, пройдя уже по руинам, разрушенным внутри храма, увидел фреску, немного сохранившуюся совсем. То есть лик, конечно, не заметен, но по очертаниям, по митре на голове, то можно понять, что Николай Чудотворец, особо чтимый и любимый всеми русскими святыми святой. И помощник во всех наших нуждах. Да. Да. Я сразу увидел это, у меня еще больше радости. Думаю, ну, слава Богу за такое послушание, потому что просто так ничего не бывает. Владыка сказал, что вот восстановишь храм, всем твоим родным все грехи простятся. Ну, конечно, так сказано, как бы так, наверное, с юмора, но и чтобы меня все-таки как-то не подзадорить, а взбодрить, что... Да. Ну и, кстати говоря, всем нам хороший пример и хороший урок. Стоит проявить послушание, несмотря на все свое «не хочу, не могу, боюсь». Да. И от Господа бывает такое утешение, действительно. Вот он утешает, действительно. Это я на себе ощутил, потому что я вот эти дни до приезда туда, я понурый ходил. Думаю, ну как вот я? Вот, собора как бы не убирает, но ездить туда ничего не знаю. Новый народ, новые люди. А вот, кстати, о людях очень интересно узнать. Да, население этого села марийцы. Вообще храм был построен в 1864-65 годах для просвещения черемисов. Черемисы марийцы. Как бы одно коренное слово, не одно коренное слово, а синонимы. Синонимы, да. Потом в советское время его закрыли, ну, потом попозже коснемся, наверное, этого. Люди, благодаря, в кавычках, советскому времени, потеряли какой-то уже навык молитвы, потеряли навык общения с Богом, отвыкли от церкви, потому что ближайшая церковь для них в 25 километрах. Так как основное население – это пожилые люди, они, конечно же, часто и... Ну, не наездится город Нефтекамск для, в храм для молитвы. Потому у людей пропало то желание, которое было раньше, которое развивали в них, и горение любви к Богу, и старание как-то исправить свою жизнь, молиться о ближних, ходить в храм. Сейчас я приезжаю туда периодичностью раз в две недели для совершения там основных богослужений, ну, по крайней мере, не литургии, пока еще там негде служить ее. Вот. Люди пока идут не, с неохотой какой-то. Потому что, во-первых, есть какое-то недоверие. Там долгое время настоятели менялись. И как-то ну, и сейчас вот молодюсенький батюшка приехал, неизвестно, сказать, приехал, что от него что там ждать. Будет, да. Потом храма нету, где собираться, да. То есть у них собираться на дому, для них это, ну, как-то молитвенный дом у нас выделили. Молитвенный дом есть. Да, выделили нам на 10 лет, но в будущем пообещали, что его передадут к нам в собственность навсегда. Ну, все-таки это уже какое-то подспорье, батюшка. То есть литургия вообще не совершалась там? Ни разу еще не совершал. Единственный для меня праздник был, это на один из 20-х праздников, сейчас я не вспомню, к сожалению, по-моему, на Рождество Божьей Матери в сентябре месяце для меня был действительно праздник, когда у нас там причастились 5 человек. Запасными дарами я привез с собой. Мы послужили обедницу. И вот я поисповедовал людей в первый раз, всех 5. Они попостились 3 дня и причастились. И для меня действительно была радость того, что церковь – это не здание, а церковь – это сами люди, те, которые составляют и молятся в этом здании. И как-то выразиться правильно – это еще тот плюс от Бога для меня и в смысле поддержка Бога, что не все так плохо здесь. То есть люди-то живые, они начинают проявлять интерес, они начинают
осознавать то, где раньше молились их предки. Может быть, когда-то они в детстве еще заходили и видели этот храм, ну или когда он был уже и не храмом вовсе. Что-то просыпается, и видно, что даже для меня стало приятным, что постились они так строго, как они мне сказали, я был просто шокирован. Они кушали только картошку, хлеб и воду, все, 3 дня. Ничего вообще другого, ни масла, ничего. Мы, говорит, знаем, что надо вот поститься строго. Я этому был очень удивлен, и ревность их. Потому вот у меня такой праздник был небольшой. Да, батюшка. Ну, а что сейчас? Может быть, субботники какие-то проводятся? Восстанавливать-то как? С субботниками дело тоже обстоит не так хорошо, потому что мы пока храма вообще не касаемся, чтобы там что-то делать, там передвигать. Там. Чистить, конечно, можно, но летом время было упущено, потому что все местные жители заняты у себя на огородах. И пока они еще не привыкли к тому, что здесь... Ну вот эта специфика сельской жизни, да, она, конечно, накладывает отпечаток. Было у меня 2 момента таких, что я приезжал 2 раза на богослужение, и никто не приходил вообще. То есть люди были заняты какими-то делами. Ну, я там сам Акафист почитал и уезжал. Главное же, чтобы молитва на святом месте была, а там уж один ли, или двое, или 10 Одному человек. Даже порой хорошо. Иногда хочется от чего-то, от мира отключиться, иногда так меняешь все вокруг себя, ты один, общаешься с Богом. В храме читаешь Акафист, и это тоже своего рода так зарядка благодати от Бога. Батюшка, ну в одиночку храм не восстановить. Это вот да. Что было с этим? Подошли ко мне люди. Батюшка, вот мы хотим помочь вашему храму. Там у нас выделили на молитвенный дом. Там очень плохая крыша была с одной стороны. То есть она уже потрескавшаяся, шифер вылетевший. То есть нас смочило. Мы хотим доброе дело сделать. Хотим помочь. Ну, так это же прекрасно. В том-то и дело, что я-то обрадовался. Говорю, Господи, слава Тебе, не оставляешь. Вот. Люди пришли сами, хотят помочь крышу перекрыть. Думаю, пожалуйста, договорились на определенный день. Люди приехали с разных городов, с Саратова, Зеленодольска, с Уфы, чтобы поучаствовать там, и молодежь, и взрослые. Так, батюшка, я понимаю, что в чем-то подвох, просто у нас 3 минуты осталось. Подвох в чем? Подвох в том, что эти люди... Они помогли реально. Они сделали крышу, так? Но потом я выяснил, что эти люди совсем не христианской направленности были. Ага. То есть так... То есть у нас, получается, члены секты... Помогают. Чинят крышу в православном храме, да. А своих православных мы не очень можем собрать на это дело. Совершенно верно. Друзья, ну вот такая история. Если кто-то хочет помочь отцу Тихону, вы видите, молоденький батюшка и такой храм, масштабный, нуждающийся в восстановлении, израненный храм, то, батюшка, куда обращаться? Ну, я думаю, можно найти храм сейчас в социальной сети, который посещает абсолютно все, почти практически каждый. Как вашу группу ВКонтакте найти? Троицкий храм села Никольск. Троицкий храм села Никольск. Да. И можно с вами связаться и таким образом помочь. Либо можно позвонить на телеканал «Союз», и мы свяжем вас каким-то образом с отцом Тихоном. Батюшка, спасибо, что были с нами. Помоги вам Господь. Спасибо вам. Только это остается сказать. Дорогие друзья, просим ваших молитв и о восстановлении этого храма, и о восстановлении многих других храмов, чьи раны сейчас мы имеем возможность и должны залечить. Оставайтесь с нами. Всего доброго.